теплый свитер – то, что доктор прописал в холодное время года. Именно осенне-зимний сезон дарит нам самые уютные многослойные образы. Ключевая составляющая их – это, конечно же, свитер. Как носить свитер не скучно – расскажем прямо сейчас. Один из самых модных приемов этого сезона – это, безусловно, свитер, завязанный вот так поверх верхней одежды. Это может быть пиджак или другой свитер, или даже пальто и шерстяная куртка. А самый беспроигрышный модный прием – это использовать одинаковые фактуры и оттенки, близкие друг к другу. Но можно и поэкспериментировать, и использовать такие достаточно контрастные цвета. Но в любом случае комфорт и удобство в этом образе вам гарантированы. Классный прием носить свитер с высоким горлом – это надеть под низ белую классическую рубашку, или можно использовать рубашку бледно-голубого цвета. Самое важное правило – подол свитера не должен зажимать нижний слой, он должен оставаться свободным. Следующая тенденция не нова. Стилисты уже несколько сезонов подряд используют такой классический прием. Это когда сочетают платье в бельевом стиле вместе с джемпером или свитером из кашемира. На самом деле многим и до сих пор это кажется сочетанием несочетаемых трендов, но на практике это выглядит очень женственно. Носить любимое летящее воздушное платье осенью и зимой? Да очень просто. Используйте свитер или кардиган. Желательно, чтобы оттенки хотя бы в каких-то элементах повторяли друг друга. Это хороший способ выглядеть в свитере не скучно и при этом не замерзнуть.